Доброе утро. Ну, переходящий в день. Мы пошли встречать наших внуков. Сейчас уже девчонки прибегут. А, уже бегут. Привет, девочки. Привет, Маша. Быстро вы так закончили. Да. Нормально. Привет, мам. Привет. Ты не мам, говори, а зрителям. По поводу того, что дети в куртках теплых, ну ветер сильный. Смотри, мам, собачка. Большая. София, мам! Кого вы будете дети, от нас или кого-то другого? Вас, вас. Женя, развязалось у тебя там все. Сегодня массажа не было, поэтому Настя пораньше приехала. Ну, огромная собака. Ага. Ну, солнце мое, привет. Соскучилась по бабе? А, с собой брала? Ну. Все, пошли домой, пошли. Спит еще? Не кричите тогда, пусть спит. Дома сегодня подольше. Последний день. У девчонок сегодня 3 урока только было. Вот. Поэтому они пораньше. Дарина писала: мама, напиши заявление. Я тоже домой хочу. Я говорю: нет, доченька. Потом как-нибудь понадобится, а мы уже написали заявление. Учись. То есть вы там уже полчасика выдаемся, и он нормально массаж ждет, пережидает, и потом спит. А сегодня главное проснуться полдевятого, и все, и десяти вот ни в какую прям орет, и все, ну как совсем спать захотел. А я тоже быстренько-быстренько мы встали, я его забрала, мы пошли на кухню, поставила его там в качельку, софейки кашу, короче, сварили. Прикол, положила ее спать, я искупала их двоих. Положила ее спать, короче, она не захотела одеваться, просто в памперсе легла спать. А уже неделю потом спит, не псикает. Это. И такая утром просыпаюсь, она без памперса. Я говорю: София, где памперс? Она говорит: не знаю. Я говорю: а кто что? Не знаю, видимо, во сне или че сняла. Ну, не написала, молодец. Голышом спала такая, да, ты че? И это. Короче, сварили кашу, пока они там посадила их в зале. Ну, Софийка ела кашу, сидела. Дверь в качели, я не песенки детские ходила. Побежала быстрее мыться. Пошла помылась быстренько. А вот телефон лежал в зале. Я и не видела, что она написала. Не торопилась, спокойно бы все делали. Она уже, оказывается, в 20 минут мне написала, что колесо пробили. А реально, вот ты видишь по трассе, одни ямы, блин, страшные. Да, да. Ну, я говорю, надеюсь, все нормально, все живы, целы. Они еще, я так понимаю, часто с дочкой ездят. Дочка у них тоже в садик не ходит, старше Софийки на полгода. И в сад не ходит. Но у них папа категорически против. Он говорит: она маленькая, пусть она сидит дома. Вот. И они часто с дочкой ездят, так поняла, он где-то это. Я говорю: да приводите, пусть они играют, пока массаж делаете. Конечно. Но пока она вокруг Рохи доработала, она всегда там дочка ее играла. Я видела, да. Но... да. А это, а сейчас, видимо, не знаю, или в машине с отцом сидит. Я говорю: пусть бы заходили. Ну, конечно. Вот так. Соль, кто тебе памперс ночью снял? Да она уже взрослая девочка, зачем мне сказать все? Ты сама сняла? А, по поводу, вы знаете, вот этого хофа, не заказывайте. Это вообще я в понедельник поеду в стоматологию, ругаться буду с ними. Ну, вот, Настя говорит, мне так неудобно, это подарок был на Новый год. Ну, мне вчера я тебе звонила? Да. Вчера мне позвонили, ты же мне буквально вот до этого рассказывала, что кто-то тебе там писал. Зрительница писала, что 4 месяца они добивались кое-как. Декабрь. Мы, конечная дата поставки была 9 февраля, но он такой, типа, ну это мы так ставим, типа, обычно все быстрее приходит. Ну быстрее, так быстрее. Это, а вчера звонят и говорят,
И главное, я не разговаривала, мне робот сказал. Типа, перенесена на 28 марта. Ну? Это жесть вообще. Они же там тоже сидят, ждут, блин, мне так стыдно. Так это что? Это же не какой-то там спальный гарнитур огромный. Обычный комод. Мне просто стыдно и все. Они же тоже надеются, они же хотели сами купить. Ну? Я говорю, не покупайте, мы вам тогда подарим на Новый год. И что, люди ждут, блин. Надо что-то делать, Настя, в общем, понедельник поедет. Я поеду, либо пусть они мне меняют на то, что есть в наличии, вот здесь и сейчас я заберу и отвезу им. Либо пусть они мне возвращают деньги, и я поеду в другом месте куплю. Конечно, ну ты ж что это? Вообще неправильно. Конечно. В общем, вот так. Мне просто интересно, там такой большой, это такая сеть большая, там постоянно, вот сколько мы там были, постоянно народу много. Я туда себе там комод покупала, но он был в наличии, мы съездили с Алиной сами на склад и забрали его. Просто люди интересны, неужели постолько ждут? Или покупают только то, что есть в наличии? Как они это, я не понимаю. Ну, что попало, в общем, с этим хофом получилось. Я Матвейку покормила. Дед пошел с ним гулять. Заодно Тому встретит. Все, деда пошел? Да. Ну, пошли, а то она просит. Я перестала. Папа, почитай мне книжку, почитай. А я с Матвеем. Я говорю, сейчас деда пойдет гулять, а мы с тобой будем книжки читать, дальше? Так хочет, бегает с книжками. Сегодня читать будем. А какой серии хотел? Ну-ка, давай, выбирай. Будем читать. Значит, все сказки. Все сказки? Да. Ну, хорошо. Эти. Давай, я сегодня по-быстренькому картошку пожарила. Ну, картошку все любят, Сашенька, вон как уже быстро доела. А Саша порезала овощи. Цветочек сделала, София цветочек ест. Да, София? У меня там еще есть. Сейчас доедят, и я... Еще... Да, Мира, еще пожарю. Да. А готовить чуть попозже буду. Настя приедет. И там еще есть макароны, подлив еще есть. Курица вся стоит на улице. Там немножко поели. Молодец. Хочешь добавку еще? И София кашу попросила. Она бывает в течение дня даже, не только на завтрак, а в течение дня ест. Поэтому пусть каша будет. И девчонки кто поедят. Ну вообще девчонки у нас не едят кашу. Совершенно ни в как не уговорить. Одна только София. Ест кашу. Может, холодильник поставить. Синнабон Настя привезла. Дети ни одной ложечки не съели. Отец тут ест. Настя приехала, сама поела. Ругалась так. Я вам купила, вы никто ничего не едите. Ладно. Почему вы синнабона не едите, Саша? Нет. Сейчас уже Тому отец встретит. Чай? Где-то наверху стоит чай. И, по-моему, еще где-то есть. Это там в туалете брось, а то тут быстро наполняется. У нас сзади набирается... 5-4 мешка мусора. И еще помимо этого стоят мусорки у детей в комнате и у Томы. Столько мусора. Все, каша уже сейчас будет готова. Вот на улице сегодня заявлено плюс 18. Ну, где-то плюс 15. Вася вышел без шапки. Звонит, говорит, принеси мне шапку. Холодно. Ветер сильный. Из-за этого... Настя уехала, она записалась на ногти, на ресницы. Поехала. О, а то ну ветер совсем сдувает. Давай. Девчонки там едят. Занесла я крылья. У Тома каникулы начались. Нас там все комбо предлагают. Там крыльницы, где мы крылья покупаем.
заказать детям, что ли. Я думаю, думаю. Ладно, посмотрим. Наверное, закажу. Да, Сима? Заглядывает такой. Так, у Тома музыкалка. Оставишь ее там. Ты телефон не забыла? София поедет с ними. Одела ей этот теплый костюм. Ну, ветер прям сильный. Все прям продувает насквозь. Тома тоже в теплой куртке. Не хочет прям идти. Не хочет. Знаете, сначала не хочет, потом сходит на занятие, приходит такая счастливая. Ой, мам, мне 5 поставили. Ой, мам, меня похвалили. Ну вот поехать туда каждый раз у нее. Почему Женя можно было уйти? Почему мне нельзя? Суепа. А я с Матвеем побуду. Попросила Женю посуду составить в посудомойку. Это несложно. Там немножко совсем. Мы с Софией ждем девчонок. Сейчас отец их повезет на рисование. Да? Угу. А они потом с отцом поедут в музыкалку и будут ждать Тому домой. Угу. А мы будем с Матвейкой дома. Дядя дома. Да. Деда. Деда дома. Да. Матвейка уже проснулся. Он сейчас пока с дедом. А мы с Софией. Да? Ух. А, так. Все-таки заказала я комбо 5 детям. Мам, нас папа повезет. Да. Ты одевайся, дочь, выходи, Софийка, побудешь, я домой пойду. Ну? Не хочет домой идти. Как Тому увезла, так все в это время и на улице. Но мы с ней по очереди. Не оставлять же ребенка одного. Саша с ней была. Полчаса Саша пошла собираться на рисование. Сейчас выйдут, и баба пойдет домой к Матвейке. Да? Ну? Настя уже написала, ногти у нее закончились. Она поехала домой, соберет вещи. Домой они только поедут в воскресенье. Сказала, Тому заберет. У Томы каникулы. Да. Вот так вот. Там Сима. Там Сима? Да. Вот она, Сима. Девчонки выходят. Капюшон надень, доченька. Капюшон надень. Ветер такой прям сильный. Пакет-то рваный. Не вывалится там ничего? Нет, мам. Я купила 2. В первый же день один Алина забрала. А на следующий раз уже Настя забрала. Надо купить нормальных пакетов 10. Нужен рваный пакет. Может, мам, большую баку? У тебя есть же хороший этот шопер. Чуть опять топер не сказала. Мам, так туда не поместятся альбомы. Да?